Mercedes-Benz CLS приехал к нам в очень печальном состоянии. По капоту и бамперу это было прям очень-очень сильно видно. У машины большой пробег, вся была затертая, в косячках. В общем, мы преобразили ее, дали, скажем так, новую жизнь. Отполировали весь кузов, покрасили передний бампер, переклеили антигравийную пленку на передних фарах и покрыли весь кузов керамическим составом. Также нанесли антидождь.